Выполняй. А нигири больше не заказываю. Их даже не ест мой пес, потому что в них сложно найти начинку. Короче, заказал у китайцев вот такую вот штуку. Теперь делаю сам. 30 грамм риса и немного сыра намазываю сверху. Затем лосось и капельку спайса для больших гурманов. Накрываю рисом, посыпаю кунжутом, хорошо прижимаю, и вот что у нас получается. Ну а чтобы упаковать, анигири возьми целый лист нори и сломай его напополам. Половинка нори и кусочек фольги, добавь скотч. Переверни и положи анигири. Заверни, и у нас все готово. Ну а чтобы это съесть в нужный момент, дерни за веревочку, и анигири откроется. Освободи от фольги, заклей красиво нори, и у тебя все получилось. Макай и съедай, пока никто не... Где я дома? Послушай, просто подпи... Ta 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 ta
Вы не можете...